Всем привет! Сегодня хочу продемонстрировать вам вот такой компактный рюкзачок, который был приобретен на eBay. Не помню цену, оставлю ссылочку под видеороликом, посмотрите. Ну, срок доставки тоже точно не скажу, давно приобретался, но зарекомендовал себе данный рюкзачок, очень хорошо качественный, хоть и сделан он из синтетических материалов. Имеется вот такой принт всадника, даже такого рыцаря и какой-то Freak Knight. Для переноски используется такая ручка. Здесь пластиковая молния с металлическим бегунком. Итак, мы извлекаем отсюда такой рюкзачок. Вот так он распаковывается. То есть, получается, нет тут отдельного чехла, это все часть рюкзака. Попытаюсь вам продемонстрировать полный размер этот рюкзак. Ну вот, наверное, его вся высота вот такая. То есть, буквально это сантиметров 46 шириной. 20-26 сантиметров. Он небольшой в глубину. Наверное, хотя как небольшой, наверное, стандартный. Сантиметров 15 можно его увеличить. То есть он очень такой, как бы непромокаемой ткани. Здесь имеются два бегунка на завязочках, на шнурочках и пластмассовые тут такие наконечники. То есть сам футляр переходит в нижнюю часть рюкзака. Здесь имеется одно большое отделение на весь размер рюкзака. Внутри карманчиков никаких не имеется. Так, вот не заметил, здесь карманчик находится на, ну, чуть больше, чем ладонь. Замерим, точно скажу. Так, 16 сантиметров. И глубиной вот до сюда он. 16, ну, будем так сказать, на 17. Так. Здесь с боков имеются сетки для хранения, для переноски, ну, тар с водой. Изнутри лямки выполнен таким образом. Ну, пошит аккуратно, все фабричное. Здесь имеется ручка. Ну, цвет он такой, черно-серый. Так, вот эта часть как-нибудь прячется. Ага, она выворачивается сюда. Это прячется сюда и снова застегивается. То есть все это как бы наизнанку выворачиваем и получаем еще один дополнительный карманчик спереди. То есть наш весь футляр перешел вот сюда вниз на переднюю часть. Его размеры, будем считать, там 18 на ширину его. Так, это закроем. Так, и имеется еще большое отделение. Большое отделение на всю ширину и глубину рюкзака, очень большое. И еще имеется в нем карман. Но скажу, ткань очень тоненькая. Вот буквально как клееночка такая. Но как бы крепкий. Вот пошив могу продемонстрировать, никаких вопросов здесь нет. Ни ниток, ничего. Какое-то время он, можно его использовать, такой универсальный, легко складывающий, любую сумку положить. Если надо, вам, пожалуйста, будет довольно-таки стандартный размер, большой рюкзак. Как я уже сказал, ссылочка будет под видеороликом. Приобретайте, продавец проверенный. На этом всем удачи и до встречи на следующих видеороликах. Мы сможем его обратно.
сумка превращается в небольшой пакетик. С размерами 20 на 24 сантиметра.